Алло. 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 О, Андрей, здравствуйте. Это беспокоит Игорь Пастернак. Я являюсь торговым специалистом по проекту ТОН. Вижу, прошли у нас регистрацию буквально только что, но не приступили к работе. По проекту ТОН? Как по проекту? По проекту ТОН? Что? Проект ТОН. Проект ТОН, естественно. Инвестиционный проект Павла Дурова. Ну, сам-то хоть знаешь за инвестиционный проект, ты знаешь. В плане, что от его имени инвестиционные проекты предлагают. Ладно, хорошо, вы какую компанию представляете? Компания ТОН, Андрей. ТОН? Вы знаете, регистрируете? Это проект ТОН. Проект ТОН, естественно. А компания как называется? Вы знаете, где регистрировали? Знаю. Андрей. Знаю. Ну? Проект ТОН, а компания как называется? Компания Пенфикс. Как? Пенфикс. Пенфикс. Угу. Сейчас. Я понял, вы не знаете, где регистрировали. Да нет, я знаю, я проект ТОН, а там просто написано было, дождитесь звонка менеджера. Вот я и думаю, что это за проект. Ну. Вот, я спрашиваю, какая компания вы? Вы говорите, проект ТОН. Ну, смотрите, компания Финфикс, естественно. Финфикс. Чем занимается ваша компания? Вид деятельности. Андрей, чем вы занимаетесь? Я произвожу продукты питания для людей. Произвожу. А ваша компания чем занимается? Да, производит. У нас свое производство. Мы производим, мы ничего не производим. Uh-huh. Ну или к счастью. Uh-huh. Мы предоставляем вам платформу для заработка. А, предоставляете платформу для заработка. Естественно, платформу. То есть вы не брокерская компания? Ранее работали с инвестициями? Я работаю с инвестициями. С какой компанией? С двумя. С двумя компаниями, а какая компания, вот если я буду работать с вашей компанией, например, мне позвонит с какой-нибудь ВТБ инвестиции, я не скажу, с какой компанией я работаю. Потому. Ну, Андрей. Просто я спрашиваю для общего понимания. Я работаю с двумя брокерскими компаниями. Я почему спрашиваю вид деятельности вашей компании? Вы брокерская компания. Я ищу себе просто третью брокерскую компанию. Погодите, стоп. Вы работаете на финансовых рынках. Погодите, молодой человек. Вы работаете на финансовых рынках. Значит, вы занимаетесь чем? Гипотетно брокерством. Значит, ваша вид деятельности вашей компании брокерская. Так? Вид деятельности нашей компании инвестиционная. То ли вы инвестиционная, то ли вы брокерская компания. Ничего не понимаю. Для заработка. Вы ведете работу непосредственно через программу, либо же через аналитика, то есть или с живым человеком работаете, собственно, в обратном сотрудничестве, то есть конкретно вам назначается специалист. Я знаю, что такое сопровождение, я знаю, что такое доверительное Конечно. Управление. Андрей, вы мне рассказываете прописные истины. Вы тоже меня поймите, угу. Хорошо? Я же не знаю, какой у вас опыт. Я вам сказал, я работаю с двумя брокерскими компаниями. Как вы думаете, если я работаю с двумя брокерскими компаниями? А с вами это с кем? Вы инвестиционная компания, а мне нужны брокеры. Ну. Мы являемся брокерской компанией. Хорошо, где зарегистрирована ваша компания? Где зарегистрирована ваша компания? В каком плане, где она зарегистрирована? В городе Москве. В городе Москве? Ну, вообще-то город Москва называется, а не город Москве. Хорошо, инвестиционный, ИНН у вас имеется? Что имеется? ИНН. У меня, как у частного предпринимателя, как у гражданина Российской Федерации, конечно, имеется. Вы совершили регистрацию, чтобы поумничать? Нет, я просто, если я собираюсь вкладывать деньги в какую-то компанию, в какие-то проекты, то мне нужно юридическое обоснование вашим. А ну тогда до свидания, молодой человек. Вы не серьезно относитесь к разговору, вы не деловой человек. Вы зачем? А куда мне вкладывать? Вы извините, вы позвонили. Давайте я вам позвоню, представлюсь Барака Обаме и скажу, мне нужно 2 миллиона долларов вкладывать. О, давай, все, давай. Я не хочу даже тратить время на тебя. Все, до свидания.